Короче, один мужик летит на самолете, а он часто летал, и вдруг ему приспичило пойти в туалет. Идет в туалет, а там занято. Идет в туалет, снова занято, а он уже не может, у него хочет по-большому зайти, живот крутит, не может ничего делать, на одной ноге уже трясется. И тут стюардесса, увидев его, говорит: да, я вижу, вам очень тяжело. Я, говорю, сейчас взорвусь, но я вам, говорит, помогу. А как? Возле кабины пилота есть женский туалет. Там свободно. Но я вас убедительно прошу, там есть 4 кнопки, ни на одну из них не нажимаете. Это женский туалет. И говорит, какие кнопки там есть. ТВ, ГВ, ПП и аут. Он идет, свое дело сделал, все. Хочет встать, и вот эти кнопки на него смотрят. Чего может быть это? Была, не была, нажму. Первую кнопку нажимает ТВ. И что ты думаешь, пошла теплая вода, и я осушила ему задний мозг, обмыла. Ох, блядь, бабы живут, а, кайфуют ведь они. ГВ думает, что такое. Нажимает ГВ, пошел горячий воздух, я осушил ему задний мозг. Ой, вот бабы кайфуют, а. ПП что может быть? ПП нажимает, перевод ПП, ему делает порошковую присыпку из детской пудры там. Он вообще улетел. Думает, аут, что он такое? Нажимает аут, через 3 дня в больнице весь перевязан, лежит. Вот, и кричит, я что здесь делаю, я в самолете летел. Орет. Тут медсестра приходит, говорит, что вы орете? Вы в самолете летели, да? 4 кнопки там было, да? Вам говорили не нажимать, да? 3 нажали, было хорошо, да? А вот 4-ю не надо было нажимать. Аут, знаешь, что перевод? Он говорит, нет. Автоматическое удаление тампона. Ваш хуй под подушкой, говорит.